Проходим 100 кругов. Потом посчитаем. Стоп. Будем считать метры. 99, 98, 99, 100. Забыл цель сказать. Забыл сказать цель. Наша цель это, допустим, 1000 метров. Короче, мне нужен шагомер, но у меня его нет. Как же решиться? Уже где-то 203. Погнали. А! Чего? Я считаю, если что. Уже где-то 245 метров. Ребят, знаете, почему я остановился? Очень трудно считать метры. Метры вот эти все. И, пожалуйста, подпишитесь. Ну, реально, подпишись, бро. Ради такого, я думаю, можно подписаться. Поздравляю, уже пройдено 400 метров. Подпишись, пожалуйста, по-братски. Говорю очень быстро, потому что считаю в мыслях метры. Но очень трудно считать, когда говорю, поэтому меньше говорю. Поздравляю, пройдено 500 метров. Жесть, очень жесть, это просто жесть. 500 метров, но уже чуть побольше. Уже 525 где-то или 526. А, забыл. Лайк поставь и колокольчик нажми, пожалуйста. Потом я посчитаю, сколько кругов. Поздравляю, пройдено где-то, ну, уже 725. Почему я
и поздравлял до 600. Мне так захотелось. Пожалуйста, подпишись.